Но сегодня состоялась очередная игра на первенство города Даугавпилс между командами Висагинеса и Плавинас Латвийская Республика. Соперник был довольно-таки сильный, ребята помоложе, и у них ровный состав. У нас очень пожилая команда, так скажем. Большинство игроков за 50 лет. Поэтому очень тяжело сражаться с более молодыми, скоростными ребятами. Ну, о хоккее Висагинеса и о хоккеистах Висагинеса я могу сказать, что в один прекрасный момент в городе появился представитель Висагинеса, который играл в свое время в разных командах города Даугавпилса. И на этой почве, возможно, он решил продвинуть и внедрить в повседневную жизнь жителей Висагинеса хоккей. Я не знаю, как там у вас в Висагинесе коробки, все, но 2 года, будем говорить, назад появилась и команда Висагинес. Это люди, которые влюблены в хоккей, никакой профессиональной подготовки, в принципе, у них нет, но играют они с профессиональной ответственностью перед собой, перед командой и, наверное, перед всеми жителями Висагинеса. В данный момент команда, вот на сегодняшний день, по составу, по игре, это одна из сильнейших команд Висагинеса, которые были представлены, потому что все ребята играют с полной отдачей сил и стремятся к победе. Играют они сейчас в городской лиге, ну, будем называть ее первая лига, да, в которой участвует 13 команд. Принцип игр этого чемпионата команды вот этой лиги проводят по 12 игр, то есть играет каждый с каждым, и потом команда разбивается на 2 подгруппы, группа А и группа Б. В группу А войдет 6 команд, в группу Б 7. И высшая лига будет разыгрывать, ну, эта группа будет разыгрывать звание чемпионата, а вторая лига будет разыгрывать так называемые малые золотые медали. Ну, в принципе, проходных игр по положению у нас не должно быть, потому что очки, которые игроки заберут на предварительном этапе, они будут считаться и во втором. У команды Висагинес, я считаю, есть все возможности попасть в группу А. Если они туда попадут, это будет, конечно, и для меня не то что сюрприз, а приятный сюрприз. Вот. И я желаю им в каждой игре, так же, как сегодня, играть с полной самоотдачей и стремиться к победе. Что у них всегда на каждой игре есть. Спасибо. Я нечего даже добавить. Конечно, очень честно, если хочется спросить, сегодня было 6 удалений у Висагинеса и всего 2 у соперника. Это немножко все-таки повлияло. Ну, будем говорить, сегодня было 6 удалений у Висагинеса и 3 удаления у... Из этих 6 удалений гости использовали 4. Висагинес использовал 2. То есть это была сегодня игра использования численного преимущества. Если учесть еще, что было заброшено 3 шайбы в численном меньшинстве, то получится, что игра без удалений была бы с меньшим количеством заброшенных шайб. Ну, количество шайб пропущенных, заброшенных, это говорит о том, что люди стараются, стремятся. 0-0, допустим, или 7-5, 8-5, или 8-6, это все разные взгляды на... Ребята очень хорошо играли. Ну, малость не повезло, потому что нужно отдать должное команде Плявис в чем. Это почти все игроки, они прошли школу хоккея. И играют они и в Даугавпилсе, и в Огре. То есть у них игры среда, пятница и суббота, воскресенье. Суббота, воскресенье они играют в Даугавпилсе, а эти 2 дня в Огре. Ну, те более грамотные. Там есть ребята, которые играли и в чемпионате Латвии выше, и пара человек. Ну, в принципе, вот эти пара человек, они 87 и 18 сделали сегодняшнюю игру. То есть мы приходим к выводу, случайных результатов в хоккее не может быть. Случайных? Ну, почему? Иногда будет, как настроиться. А в вашей команде я бы хотел отметить игроков под номером 19 и 53. Вы посмотрите по фамилии, мы сами увидите, что они
наиболее ярко выделялись. И забивали в основном-то с их подач сами, и все вот так вот.